Снова здравствуйте. Так, пришла посылка от Владислава Бажина, он же магазин Ants for You. Вот, здесь должны быть два аффина, и сейчас мы это посмотрим. Как они доехали, все ли у них замечательно. Я искренне на это надеюсь. Так. Оба. Зеленая водка. Пойдет в коллекцию и к мурашам в формике. Это визитка. Так. Здесь вроде бы больше ничего. Даже, мне кажется, слишком тепло упаковано. Но лучше, наверное, перебдеть. Варварские методы. Так. О, мой любимый скотч. Как я по тебе скучал. Да, упаковка, конечно, классная, но у нас на улице плюс 20. Наверное, придется как-то так доставать. Смогу ли? Угу. Хоба. Так, там больше ничего. Мураши теперь офигели. Так, крутят, вертят. Трясли их всю дорогу. Так, здесь у нас что? Так, здесь у нас получается что-то один выход, один вход. А здесь... Я просто думал выдавить оттуда. Блин, здесь то же самое. Ладно. Тогда будем разворачиваться. Как конфетку. Хоп. И... А. Она цельная. Так, сейчас... Не, так не достану. Вот это прикольно, конечно. Ладно. Делаем вскрытие. А, ну тут вот как был. Ужас. Тихий ужас какой-то. Ну, он говорил, что пробирки не будет переселять. Да оно, в принципе, и незачем. Так. Смотрим. Так. Житие мое. Это, наверное, бикари. Ну, потому как их меньше.
Блин, такие странные штуки. Пробирки, не знаю, как это назвать. Можно сказать, малыми потерями. Тут, конечно, не знаю. Но вроде мамаша живые шевелится. Так, это у нас бекари. А здесь у нас шурики. Толпа шуриков. Так, это же не надо. Так, где ж тут мамаша-то у них? Это вопрос. А, вон она, где-то там. Что-то большое. Вот, наверное, вот это, да? Нет, блин. А, ну вот, вот, наверное, вот это. Самая большая морда. На Диком Западе. Ну да, вот ее видно. Покатилась. Так, все замечательно. Все живо-здорово. И как раз будет готово к заселению. Обе. Вот такая вот была покупочка. Как и хотел, взял себе афинов. Каких и хотел. Так что все замечательно. Все, доехал живой. Владислав, большое спасибо. Магазин рекомендую, как обычно, не первый раз заказываю, все отлично. Всем спасибо за внимание, всем пока.